не только для воспитанников, тренеров, дружного коллектива спортивной школы дочери имени Виталия Дмитрова. Сегодня праздник для всех жителей нашего города. 10 лет назад год 500-летия основания нашего города был открыт культурно-оздоровительный комплекс, который с нетерпением и долго ждали все жители нашего города. И сегодня трудно представить спортивную жизнь города Клинцы без этого прекрасного учреждения, которое занимается не только студенты и учащиеся, но и все жители нашего города, всех возрастов. Спортивная школа «Луч» за свою 10-летнюю историю добилась действительно выдающихся результатов. Ваши воспитанники достойно представляют наш город в соревнованиях самого высокого спортивного уровня и прославляют своими результатами наш город далеко за его пределами. Ежегодно в стенах спортивной школы проводится множество мероприятий самого высокого спортивного уровня. Совсем недавно мы провели уже в очередной 9-й раз центрального федерального округа по борьбе с ВАПом, в котором приняли участие более 450 участников из 17 регионов Российской Федерации. Наш прославленный земляк, заслуженный мастер спорта, почетный гражданин города Клинцы Виталий Клинцов ежегодно проводит уже ставший традиционный мастер-класс для нашего подрастающего поколения с участием игроков сборной России по баскетболу. Сегодня хочу выразить слова отдельной благодарности всему тренерскому составу спортивной школы за вашу любовь и преданность спорту, за ваш профессионализм, самоотдачу, за ваш кропотливый и, вот посмотрите на эти столы, плодотворный труд. Огромное вам за это спасибо. Это аплодисменты нашим тренерам, уважаемые. Дорогие друзья, позвольте мне еще раз от имени депутатов Клинцовского городского совета и от себя лично поздравить вас с юбилеем вашего спортивного заведения. Я хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. А в вашей спортивной школе, точнее, в нашей спортивной школе, талантливых выпускников, учеников, воспитанников и дальнейших успехов и процветания. Мне хотелось бы присоединиться к словам Олега Павловича
какие-то выпрямления, и поблагодарить, во-первых, нашего замечательного первого директора Михаила Петровича Пашкова. Thank you.
как на результат, но и воспитание нового подрастающего поколения нашего города, которое будет защищать не только спортивную честь нашего города, но и вот стоят ребята, это будущие воины, защитники нашего отечества. Я хочу пожелать вам в этом десятилетии юбилея успеха. Терзайте, все у вас получится. Успехов! Дорогие друзья, хочу поздравить вас с десятилетним юбилеем, поздравить тренеров, детей, также поздравить людей, которые тоже принимали непосредственное участие в становлении, укреплении этого спортзала. Также нашего города. В нашем городе проводились разные соревнования, даже проводилось первенство страны. Поэтому уровень спортзала, он не только областной, он получается как международный. После этого праздника, который был первенство страны, девчонки, которые отобрали здесь у нас, они бы защищали честь страны на Европе и на России. И некоторые стали чемпионами мира. Поэтому хочу поздравить вас, поблагодарить всех и пожелать дальнейших успехов, силы и здоровья. Всего самого лучшего. Хочу еще раз всем поздравить, пожелать всем здоровья, успехов. Спасибо за ваше внимание. Thank you.
На вашей площадке проходит обозрение региональное. Ну что, наверное, это подходит к соревнованию. На этом достойно понадобится результат. Приложим максимум усилий, чтобы наша школа, первая, а то и лучшая школа, которая еще раз желаю знать.